Привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Лена, мой ник на ютубе Хелен Лин 1. Сегодня я хочу для вас приготовить салат, который я назвала фаршированный желтый тюльпан. Что для этого мне понадобится? Майонез, листья салата, тертый сыр, 2 яйца и огурчики. Для этого салата нужно сначала сварить яички, чтобы они были в вареном состоянии. Резать нужно мелко. К сожалению, у меня нету яйцерезки, поэтому придется мне вручную все это делать. Конечно, на помощь мне сейчас придет вилка. Итак, яички у меня уже помяты. Теперь мы переходим к огурчикам. Огурчики порежем мелко. Так, уйди, укропинка, извини, ты не входишь пока в это театральное представление, поэтому уж извини, дорогая. Мелко нарезаем огурчики. Итак, мы порезали мелко огурчики, и мы сейчас переходим к главному герою. Главный герой — это у нас желтый перец. Перец я помыла, очистила его от сердцевины и немножко так преобразила его в виде тюльпана. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы наполняем наш объект начинкой. Так, я соединила сыр, огурчики и яйца, и плюс добавила туда майонеза, и плюс еще добавила туда немножко помидорчиков. Итак, я заполнила начинкой наш перец, будущий тюльпан –